Я через нее попадал в подъезд. Когда я залез в нее, увидел телефон. Значит, что забрал телефон. Когда зашел в нее, спустился со своей руки. Забрал из женской сумки кошелек с деньгами. Деньги не стал. Зонт и барсетку. Сначала положил его на кровать, пошел, нашел пакет. Вернувшись, положил его в пакет и вылез. Вскрыл, разбил копилку в виде кошки. Забрав монеты, ушел. Я положил на эту детскую кровать, пошел, нашел пакет, убрал пакет, ноутбук. Вынес его на улицу, через окно.